Можно облокотиться назад. Да, вот так. Мы съездили, купили песочницу. А куда? О! Все. Закончили почти. Доброе утро, всем привет. Смотрите, какой у нас газон красивый, ровный. Сразу видно, да? Я даже сейчас вот смотрю через камеру, прям такой ровненький. Вчера подстригали. Вот такой. Да, это столик, зонтик и стульчики. Вот солнышко светит, а все равно так прохладненько. Вчера дождь целый день поливал. Прям даже не то, что дождь, а ливень. Сегодня вон солнышко какое. Приятно даже на газон смотреть. Такой маленький. Тигрята он. Бонни. 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 Где свинья? Ты где оставила свою подружку, свинюшку? Ну-ка принеси. Где свинья? Собирает папа столик. Чтобы играли. Такой прикольный еще и зонтик. Да. Опа, и все. Нет, на солнышко поставь. Что такая грустная? Делаем уроки? По какому, по математике? Устала? Я сделала только вот эти две странички, а завтра сделаю вот эти. А сколько тебе нужно вообще? Вот эти вот четыре нужно сделать. Ага. Понятно. А кто там объясняет у тебя? Учитель? Ну, не мой. Какой-то друг, с другой школы. Тут тебе все понятно? Понятно. Ксюша пошла в школу за заданиями. Сейчас должна скоро прийти. Так, хорошо, тепло. Вот, мы засеяли тут. Уже травка даже лезет кое-какая. Вот травка лезет. И вот тут лезет тоже. И вот лезет. Потому что скоро все будет зелененькое. Тут это некрасиво. Мама, это скотч? Да. А зачем тебе скотч? Потому я хочу это снять. Зачем? Поломала, что ли? Ксюнчик вернулся. Ты задание принесла? Че так долго? Час тебя не было. Не знаю. Нужно же как-то. Ему были последние. Мне очень последние. Спасибо. Каролина. Каролина, новые задания. На. Это тебе. А тебе что дали? Много. Много? Нет. Брай ханца, а помните так. По какому? Это немецкий. Это тоже немецкий. Вот это от Hungerbite. Ну, что-то делать нужно. Бонни, иди ко мне. Бонечка. А меня не выдержит этот стульчик. Я хотела сесть на этот стульчик, но я боюсь. Почему-то все говорят, что Бонька стала более пушистая. Фотографии выложили вчера на ее страничку. Все говорят, что она такая пушистая стала. Знаете, ребята, она сейчас, наоборот, линяет. Я даже не знаю, насколько она. Мы ее видим-то каждый день. Я так, в принципе, не вижу разницы. Может быть, даже и как-то изменилась. Взрослее стала, да, Бонечка? Ну, что ты там нашла? А, ты мышку нашла. Думаю, что она там прыгает? Мышка? Маргарита, не получается? Вот, молодец. Старайся держаться. Такие облака красивые. Обалдеть. Лишь бы дождика не было. Не хочу дождик. Бончик. Бонни у нас очень сильно линяет. Я вчера столько вычесала у нее шерсти. Такой комок шерсти вычесала. Это вообще что-то было. Вчера? Да, вчера. У нее там за ушками немножко скаталась. Я ее начала все вычесывать там. С каждым, вот один раз прочешу, и там она уже расческа вся в шерсти. Да, Бонюсь?
Ты линяешь у нас? К лету, да? Иди давай, беги. Опа, упала. Оп. Не знаю, говорят, что так с локтями, с руками ты быстрее научишься. Да. Просто главное... Нет, нет, не так. Ровно надо поставить, да, вот так. Во. У Ксюни уже английский идет. Они прям в школе преподают? Я думала, дома. Давай я тебе английский учить все. Она не слышит тебя? Boat. Я тоже буду английский учить. Так, все, не мешайте. Пускай занимается. Сейчас будем кушать. А кто тебе глазки накрасит? Да, такие глаза накрасит. Ну-ка, закрой глаза. Какие реснички. Ты должна повторять? Нет, ты на машине не едешь в школу. А, она едет. Угу. Так, у меня супчик уже готов. Сегодня сварила с такой лапшичкой меленькой. Куриный супчик с вермишелькой. Будем обедать. Девочки, обедать. Тебе можно кушать сейчас? Ну, конечно. Неси давай. С Каролиной нужно позаниматься. Это мне. Ну, в принципе, они одинаковые все. Давай. Да? Надо с ней поиграть? Я устала. Что устала? Вот это делали. Ты играла? А, да? Когда это вы успели? Чем занимались, пока нас не было? Мы смотрели Барби, Макс и были с телефоном. А мы съездили, купили песочницу. А куда? Песок. А вот здесь рядышком. Ну, тут рядом, недалеко. Пять минут. Нет, не трогай, Каролина, тяжелая. Еще купили лежаки. Два лежака. Чтобы лежать. Два лежака. Бонечка. Как дела, Бонюшечка? Ты скучала, я тоже. Она я тоже все скучала. Время спала. Я тоже скучала, моя Бонюшечка. Она тебя на кровати спала. Да? Она тут лежала. Сначала на полу, потом мы... Потом... Это можно закрывать потом, да. Макс ночью много шумели, потом она пришла в комнату. Окей? Окей. Да. Тут солнышко утром. Вы, ты же не хотела покупать песочницу. Ну, папа захотел. Макси. Макси. Будете играть в песочек. Ну, оно пора уйти, Лео. Это соло топары я. Песочек не раскидывать, хорошо? Играть только в песочнице. Надо всегда закрывать, чтобы Бонни не залезли. Да. Нормально. Ну вот это как раз, это же крышка. Угу. Потом сверху раз закрыл и все. Что за это? Бонь, ты боишься швабру? Это не швабра, это метелка. Это метелка, Бонь. Да, можно лежать тоже. Вот так вот. Раз и все. И лежишь. Получается? Можно облокотиться назад. Да, вот так. А я на то. Здесь же только uno. В чем? Удобно? И загорать. Ксюш, ты играешь в песочницу? Да. И я. Ровно и чисто. Тут теперь смотри, сколько песка, потом подметать нужно постоянно. И папа сказал, что сюда нельзя песок. Нет. Ну да, там-то. На травку не надо песочек кидать, хорошо? Да. Только здесь играть.
Да? Я тут. У нас тут маникюрный салон открылся. Снимаем покрытие старой у Маргариты. Так вот у нее ногти уже отросли свои. И делали ей вот такой вот розовый маникюр. Он уже весь стал облазить, поэтому сегодня покрасим. И вот тут вот тоже отросло, да, очень так он сколько отросло уже. Ну так быстро отрастает. Фокус. Вот ты грызешь их, Ксюш. Люкман. Я тебе уже красила один раз, ты их грызешь. Тебе не нравится, когда у тебя что-то на ногтях? Да? Начинает Да, она начинает. Я ей накрасила один раз, она уже на следующий день стала сдирать. Ладно, будем дальше пилить. А Ксюня что делает? Блинчики! Как я говорила, блинушки от Ксюшки? Давай, Ксюня. Мы ждем твоих блинчиков. Покрытие сняли теперь и форму поменяли. Сделали, вот, сделали такую вот круглую. Но этот у нее поломался. Все. Будем ждать, пока отрастет. Не буду я сверху наклеивать никакие не это. Нет, лучше не. Вот, будут такие вот кругленькие. Были квадратные, теперь она захотела кругленькие. Все, будем красить, покрывать. Ксюнечка напекла блинчики. Вкусные. Смотрите, какие. Маргарита так смотрит. А руки-то заняты, покушать не может. Заняты ручки. Сейчас, пока мы тебе будем красить, они все съедят. Все. Закончили почти. Я уже устала. Ты не устала? Кстати, время сколько уже? О, 10. Да ладно, 10? Это мы так со скольки сидели? Часа полтора, наверное, да? Угу. Вот такие вот ногти получились. Сейчас досушим последнюю ручку и спать. Да? Быстро вставать рано. Мне так хочется выдавить твой прыщик вот тут. Вот тут, а вот он прям так вот прям смотрит на меня. Меня прям все руки чешутся. Но лучше не надо. А то мало ли потом еще где-нибудь высыпет. Вытаскивай. Вот. Еще хотели в клеточку сделать, но в клеточку у меня чуть не получилось, потому что резкости нету. А вот. В клеточку не получилось, сделали вот такую косичку. Такие вот получились. Во сколько вставать утром? Не во сколько я хочу. Не будить тебя? Да. А Ксюш тебя? А Ксюшу я знаю, что надо будить, да? Надо будить? Во сколько? В 7:30, потом я пойду спать. Хорошо. Потому в смысле? В 8 мне надо телефонировать, я уже все сделала. А потом спать? В 7:00, а потом я пойду спать. Угу. Хорошо. Маргарита, ты собралась на Северный полюс? А? Ты что, с ума сошла? Жара такая. Она собралась спать вот в такой вот пижаме. Вот зажаришься, потом проснешься и разденешься обязательно. Да, ну может быть, вот это. Ужас, жара такая. Смотри, в чем она спать. Она вообще тут. А ты в шапке вообще ходишь, так что ты не лучше. Ладно, все, давайте. Всем пока. Спокойной ночи. Давайте. Чистите зубки спать. Все. Пока-пока.